увидит. Не увидит. Он ко дню рождения готовится. Ага. Нюшка, ну ведь сейчас уже день. Вот у него день рождения после обеда вечером, сообразил? Ага. Кирюшка готовится к вечеру рождения. Ой, Андрюшка, давай! Не шуми так громко. Не могу. Тогда шуми тише. Андрюшка, рви самое спелое. Кирюшка не любит неспелых сюрпризов. Ага, сюрпризничают. Без меня? Хотели как лучше. Помогите. Эх, помогать. Так помогать. Кирюшка, у твоей мамы есть дома цветы? Как? Кактус. А что она делает, чтобы он рос быстрее? Она его поливает. Правильно. Чтобы расти быстрее, нужно регулярно поливать. И удобрять. Ну как? Чувствуешь что-нибудь? Будто меня только что помыли. Да нет же, чувствуешь, как ты растешь. Не-а. Я же говорю, надо удобрять. Очень может быть. А чем? Какая-то ты, Нюшечка, непонятливая. Удобрять надо удобрениями. Как это? Не знаю. Может, чем посыпать? Посыпать, говоришь? Моя мама! Моя мама это в суп сыпет. Говорит, что это очень полезно. Тут что-то не так. Нюшка, про удобрение забудь. Вспомнила!
Кирюшка, мы забыли тебя посадить. Куда? Никуда, во что. Нужны лопата и грабли. И грабли? Цветы обычно растут в клумбе. Сообразил? Я сейчас. На. Ой, трус. На кухне. Кирюшечка, всего-то надо, чтобы ты подрос вот на столечко. Так много? Ну хорошо, хотя бы вот так. Вот, принес. Мог бы побыстрее. Теперь нужно много воды. А без нее нельзя? Где это ты видел, чтобы цветы поливали без воды? Еще в такую жару. Андрюшка, держи. Ой. Внимание! Дорогой Кирилл, мы очень-при-очень рады преподнести этот праздничный пирог. Друзья, вы настоящие? Верные друзья! Уя! Ой! Просто я хотел сказать ура!